хождение косметолога мне всегда приносит хороший результат. Я теперь говорю на одну сторону, улыбаюсь на одну сторону. У меня неподвижно получается левая сторона. Я шепелявлю и не могу контролировать, когда поднимается правая губа. Эпидемия самоучек, жопоручек, косметологов, которые не имеют медицинского образования, вот доводит до такого результата, что, в общем, я улыбаюсь, я почему-то, у меня вот да, одна сторона вот как онемевшая, а вторая подвижная, то есть был укол под носом, и, в общем, одна сторона онемела, я так понимаю, задета или мышца, или нерв,